26 красноярцев, из них 10 детей пострадали от укусов клещей за неделю. Случаи зарегистрированы на территории Академгородка, Зеленой Рощи, в Удачном, а также в окрестностях ботанического сада имени Крутовского. В целом по краю пострадал 51 человек. Управляющий краевым пенсионным фондом Денис Майборода останется под арестом до 19 мая. Такое решение принял суд. Напомню, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – 13 миллионов рублей. Чиновника арестовали в январе этого года. Разбойник из Санкт-Петербурга ограбил магазин в центральном районе Красноярска. Он ворвался в него ночью и, угрожая осколком стекла, забрал из кассы 23 тысячи рублей, бутылку энергетика и семечки. 22-летнего мужчину задержали. Он заявил, что на похищенные деньги хотел снять жилье. Теперь парню грозит до 10 лет колонии. Мэрия объявила конкурс на разработку проекта благоустройства «Гремячей гривы». В парке планируют установить освещение на детских площадках, павильон йога, а также сделать подсветку музея камней. В «Гремячей гриве» проложат новые тропы, посадят деревья и кустарники, благоустроят и Серебряковский пруд. Почти 24 миллиона не жалко красноярской мэрии на очистку от водорослей Абаканской протоки. Напомню, она фактически превратилась в болото, и очистку начали еще в прошлом году. Убрали около 60%. Экологи считают, к такой ситуации привели береговая застройка и сточные трубы ТЭЦ-2.